Проигрыш, одна победа. Так, и вот здесь вот будет портал по левую сторону. А вы, не знаю, с этой из гильдии в желтые Авалоны ходите в 20 человек? Нет. Где тут типок, кто меня был? Ты там с кем-то файтишь, так меня позови. Я тоже хочу. ПКшник был, он убежал. Ты куда ушел? Сейчас посмотрю. Я-то не в гильдии же. Подожди, кто в гильдии? Я говорю, я-то не вообще без гильдии. Ну, у меня просто в настройках отключены все эти гильдии, потому что такое количество спама, что я только ники оставил. Я сейчас отдыхаю в гильдии. Угу. Так, это наш... Не наш, но мы можем открыть. Зажали, да просто. У курсы. Угнали чей-то портал, короче. Нормально, наш был соседний дальше, ну и пофиг. У нас сразу контакт. Ну давай, дружище, вперед. Лишь бы красиво все вышло. Ну, так-то да. Контакт. Сверху, на друзьяшке. Так, это у нас... 2DD! Переживем. Все. Уже пережили. Так, тебя сейчас будет бить. Понимаю. У меня 7 секунд КД, я ничего не делаю, просто живи там, хильси. У меня какая-то херня, не ботинки сейчас стоит, я не знаю. Он меня сейчас сожрет. Хильси, сам главный. Слышь, у меня в ботинках какая-то херь стояла. Подожди, что это за хуйня? Damage physical. Я... Блять, что это за хрень? Это новый убийца скилл. Потому что кувырок добавили на все. Вон там снизу он. Вон он. А, угу. Ну и короче, я, блин, жму на пробел на свой привычный, а там какая-то херь. Так, да, ну тут у него, в общем, все трэшнулось на 100 тысяч, короче. Но это было неплохо. Видишь, я типа фиранул, дал ешку, дал плюсы. Но я, в принципе, все дал, чтобы тебя, типа, посейвить. Да все отлично. Видишь, у меня был бы, если лед, было бы как бы еще поприятней, да? Нет, здесь переставиться ты не успеваешь. Они когда так влетают быстро. Я, знаешь, одно время ходил на кнайтах, да, и мы типа ставили ран на бег, и мы типа отступали, и потом менялись. В идеале, как меня чувак учил, у меня на груди должна стоять лед, да, на голове типа тоже лед, на ботинках бег. И типа лед и бутылки на резист это анти-ДД, а манна-фир это уже анти типа хил, да. Тут есть проблема, если под нас переставляются, у нас очень мало шансов выиграть. Нам надо именно залетать так же. Да. Ну, я могу дальше идти тут, вывозить ничего просто. Так, у меня на 255, ну давай идем. Сейчас я... Ладно, идем. Как мне этот рассказывал, типа, который тренер учил меня этот. Говорит, три мужицкие в красных, это нормально, три победы подряд ты тогда вывозишь. Я больше 300 вывожу. Если больше 300 есть, можно вывозить, считаю. Ну, тут у каждого свое. Ну вот, у меня, короче, был видос, что мы, типа, лям 200 вывезли. Три подряд победы в красных. Есть контакт. Давай. Курса. Хил. Пошли. Ну, давай. По черри буду давать ешку, если у нее одноручные курса. Не одноручные. Отходим. Не, даже не откидывай, просто отходи за стенку. Да, но я тебе дал прям в последний прокаст этот, да? Отлично, я просто тут это... Теперь не отпускаем их. Угу. Найти бы только их. Хорош, вот ты его сожрал, короче.
Да. Примерно вот так у нас каждый бой должен проходить. Ну, это мне нравится уже. Так можно даже денег поднять, знаешь. Так, я жду твой прокаст и на плюсы под самый конец каста. Грамотно, GG. Знаешь, вот это был приятный второй бой. Я, правда, сожалею, что у меня все это не записалось. Знаешь, ты как бы дрался за экраном. Я тебе только плюсы дал, и ты уехал в никуда. Ну, типа, показательности ноль, ну ладно. Победа есть победа. Так, у нас чашка, надо быстрее лутать, чтобы ты опыта хапанул. Давай, давай, давай. 72. А, блин, по чаше действительно, там же фейм. Так, ну сейчас 386. Ну, поехали. А может быть... Ну ладно, давай вывезем. Я уже азарт, типа, давай еще одну. Ну, мы сейчас прожмем и еще одну скуем. А, у тебя же еще горит карта. Чего мы тупим-то? Да, ну мы можем вывезти, она же 15 минут висит. Она вот здесь вот. Да-да, сейчас мы вывезем, скинемся и туда пойдем. А сколько, Гриша, у тебя сейчас времени есть побегать?